84 дополнительных койко-места для больных коронавирусом оборудованы в Щелковской областной больнице. Хирургический корпус медучреждения полностью перепрофилирован в связи с пандемией. Как в сложившейся ситуации работает больница и какая помощь нужна щелковским медикам, приехал узнать исполняющий полномочия главы округа Андрей Булгаков. Сегодня самое главное – это медицина. И помощь ей, нашим медикам в Щелково, должна оказывать все. И в первую очередь административная команда. Я по поручению губернатора и областного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции сегодня мы запустили дополнительно 84 койки, оборудованных, часть из них оборудована ИВЛ и кислородом, что очень важно. По словам директора Щелковской областной больницы, перепрофилирование прошло в оперативном режиме. Ранее для больных коронавирусом уже были выделены дополнительные койки. Также мы перепрофилировали еще ранее корпус бывшей первой больницы, сейчас филиала номер один. Там сейчас развернуто 76 коек на сегодняшний день. Планируем, что в кратчайшее время увеличим это объем коечного фонда там до 90. В округе уже есть 14 аппаратов искусственной вентиляции легких. Ожидается поступление дополнительного оборудования. На настоящий день у нас занято сегодня 5 по пациентам. Свободные аппараты есть, всегда можем оказать помощь. Сейчас в перепрофилированном хирургическом корпусе уже проходят лечение жителей округа. Все они направлены сюда с подозрением на коронавирус. Пациенты, которым необходима медицинская помощь, не связанная с этим заболеванием, теперь будут поступать в лечебный корпус, где располагается травматологическое отделение. Мария Буржинская, Александр Ржевский, Щелковское телевидение.